Всем добрый день! Сегодня у нас на обзоре теплица «Дачная трешка», расположена территориально на Южном Урале, Республика Башкортостан, Янчуринский район, село Абзаново. Данная теплица, снеговая нагрузка 180 кг снеговой нагрузки на квадратный метр. Теплица находится почти что в тайге. Вот у нас здесь уже лес идет, снег по колено. Снег почти метр. Теплица на такую снежную нагрузку никак, такая снеговая нагрузка никак не повлияла на теплицу. Теплицу видим, но закрыта половину. Правильно обслуживание теплицы зимой, надо чистить снег сверху и также по бокам, чтобы боковой нагрузки не было на теплицу. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. Теплицу чистили неделю назад. У нас на Урале обильный снегопад. За два дня выпало 40 сантиметров осадков. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changed in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. Теплицу старайтесь чистить снеговой лопатой, чтобы она была пластмассовая, чтобы не повредить поликарбонат.